Акции протеста против валютной реформы, организованные оппозиционными партиями, проходят в Индии. Напомню, с 9 ноября в этой стране в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий, самые крупные банкноты в стране. Граждане могут избавиться от старых, обменяв однократно сумму в 2000 рупий, либо положив деньги на счет с возможностью в последующем снимать их новыми купюрами с лимитом 24 тысячи рупий в неделю. В результате индийцы вынуждены простаивать по несколько часов у банков и банкоматов.